поработали с апоневрозом. Ставим пальцы, вращаем, двигаем к макушке. Скользим виски, затылок, основание, берем волос, подвигаем в разные стороны, делаем приятно, кайфуем, наслаждаемся. Грабельками прямо от бровей расчесали по шее ключицу. Грабельками по шее ключицу. Хорошо. Вспоминаем про наши мышцы апоневроза. Натягиваем, поднимаем к макушке. Лоб. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять. Теперь раз, два, три. Подняли, держим. Пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три. Отпустили еще. Раз, два, три. Подняли, держим. Пять, четыре. 3, 2, 1. Если не получается натянуть мышцы, зафиксируйте брови. Либо здесь подтяните. Можно подтянуть. И 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Держим. 1, 2, 3. Отпускаем. 1, 2, 3. Держим. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Отпускаем. 1, 2, 3. Держим. 5, 4, 3, 2, 1. Раз, два, три. Отпускаем. Отлично. Надеваем ободок и смотрим вниз. Расфокусируйте взгляд. Правый глаз на правое колено, левый глаз на левое колено. И еще. И еще. Отлично. Язык на небе, толкаем невидимую стену. Макушкой тянемся, макушка вот здесь, голова, продолжение шеи. Зафиксируем брови, защипнули миллиметр в сторону и делаем 10 раз быстро и потом 5 раз также медленно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Мы сводим брови, да? 10. И раз, два, три, держим, пять, четыре, три, два, один, раз, два, три, отпускаем, раз, два, три, не просто бросаем, расслабляем мышцы, а прям точно так же, это процесс тренировки на расслабление, раз, два, три, вернулись, раз, два, три, напрягли, держим, пять, четыре, три, два, один, и раз, два, три, спокойненько, не торопясь, разводим. Опять раз, два, три. Держим. Пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три. Расслабляем только потом. Опять раз, два, три. Держим. Пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три. Развели. Раз, два, три. Последний раз. Пять, четыре, три, два, один. Держим. Раз, два, три. Развели. Хорошо. Мы можем поставить пальцы. Или лучше даже пальцы у основания бровей. Вот так. Мы тянем как бы переносицы. А брови раскрываем. Уводим на затылок. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И еще десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Очень хорошо. Глаза зафиксировали верхнюю, нижнюю. И жмурим, жмурим. Раз, два, три. Прям как будто бы хотим зажмуриться. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Толкаем невидимую стену затылком.
А не головой, пальцы. 20. Еще. Зажмурили, 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 зажмурили. Еще. Еще. Хорошо. Выпучили глаза. Выпучили. 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 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И еще. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. И давайте просто похлопаем глазами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мы можем поставить пяточки ладоней на брови, миллиметр в сторону и наверх, и похлопать. 20 еще. 30, 60 раз делаем. 40, язык на небе, дышим ровно, спокойно. 50. 60. Хорошо. Нос поставили у крыльев носа и сходим. Соединяем, соединяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще. 20 еще. 20. Отлично. Побарабанили. Переносится, подкидываем. 10. 20. 30. Последние 10. 40. Хорошо. Давайте со скуловыми поработаем. Делаем красивую буковку О. О. Можем поставить пальцы на область носогубок и слегка потянуть к центру. То есть О. И делаем хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Если у кого получается без зломов, делаем, пожалуйста, без зломов. Можно пальцами не фиксировать. Делаем в быстром темпе 30 раз. И потом также в медленном темпе сделаем. Теперь. Подняли, держим. 5, 4, 3, 2, 1. И отпускаем. Раз, два, три. Еще два раза. Держим. Еще раз, последний. Хорошо. Губы поставили. Колечко и тянем. Раз, два, три, четыре, пять. У кого сильно проявлены носогубки, вы можете поставить на носогубки. И вот так делать. 10. Еще. Тянемся хоботочком. Тянемся. 20. Еще. 30. 40. Хорошо. Взяли себя за кончик носа, оттянули. И вот здесь у основания потерли не по коже, а поставили и прям хорошо, хорошо, хорошо растерли. Отлично. Щечные мышцы. Давайте надуваем шарик и сдуваем. Нехотя, губы у нас сжимаются и не хотят выпускать воздух. Мы делаем такое движение. Поехали.
Проследите за осанкой. Внутренним взглядом прошли. Еще 10. Хорошо, сними напряжение с губ. Жевательные, височные проработаем. Открываем рот, закрываем на сопротивление. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Открываем на сопротивление. Раз, два, три, четыре. Ладони положите на сустав и как бы контролируем, чтобы наша челюсть ходила не в разные стороны, а строго по вертикальной траектории. Еще. Еще, еще. Ну что, осталось у нас язык. Давайте сделаем часики. Тянемся языком максимально высоко, далеко, по 3 раза на каждый час. Поехали. 12. Час. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12. И поехали в обратную сторону. 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. А теперь мы сделаем круги. Давайте 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую сторону. Толкаем сильным языком, проталкиваем прямо и сделаем как раз такой массаж у нас изнутри пойдет. И в другую сторону. Хорошо. Можно теперь вывалить немножечко язык. Прям максимально. И пусть он ляжет, расслабится. Собака уже не видит, что соскучилась по мне. Следите, чтобы он у вас лежал широкий такой, широкой лопатой и не тремерил. То есть он спокойно лежит, не трясется. Посмотрите на уши собаки. Я делаю так, у него уши назад, смотрите.
Ладно, все, не буду мучить вас и собаку. Мы заканчиваем. Давайте просто себя немного прохлопаем. Шею. Губы. Вот. Здесь я поневрался. Растяжи ладони. Успокой. Благодарю себя за тренировку. Хорошего вам дня. Вспоминаем про наши мышцы апоневроза. Натягиваем, поднимаем к макушке. Лоб. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять. Теперь раз, два, три, подняли, держим. Пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, отпустили еще. Раз, два, три, подняли, держим. Пять, четыре, три, два, один. Если не получается натянуть мышцы, зафиксируйте брови. Либо здесь подтяните. Можно подтянуть. И раз, два, три, пять, четыре, три, два, один, держим. Раз, два, три, отпускаем. Раз, два, три, держим. Пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, отпускаем. Раз, два, три, держим. Пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, отпускаем. Отлично. Надеваем ободок и смотрим вниз. Расфокусируйте взгляд. Правый глаз на правое колено, левый глаз на левое колено. И еще. И еще. Отлично. Язык на небе. Толкаем невидимую стену. Макушкой тянемся. Макушка вот здесь. Голова. Продолжение шеи. Зафиксируем брови. Защипнули. Миллиметр в сторону. И делаем 10 раз быстро. И потом 5 раз также медленно. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 9. Мы сводим брови, да? 10. И 1, 2, 3. Держим. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Отпускаем. 1, 2, 3. Не просто бросаем, расслабляем мышцы, а прям точно так же. Это процесс тренировки на расслабление. 1, 2, 3. Вернулись. 1, 2, 3. Напрягли. Держим. 5, 4, 3, 2, 1. И 1, 2, 3. Спокойненько, не торопясь, разводим. Опять раз, два, три, держим. Пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, расслабляем только потом. Опять раз, два, три, держим. Пять, четыре, три, два, один. Раз, два, три, развели. Раз, два, три, последний раз. Пять, четыре, три, два, один, держим. Раз, два, три, развели. Хорошо, мы можем поставить пальцы. Или лучше даже пальцы у основания бровей. Вот так. Мы тянем как бы переносицы, а брови раскрываем, уводим на затылок. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и еще 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Очень хорошо. Глаза зафиксировали верхнюю, нижнюю и жмурим, жмурим. Раз, два, три. Прям как будто бы хотим зажмуриться. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Толкаем невидимую стену затылком, а не головой, пальцы. 20. Еще. Зажмурили, 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 зажмурили. Еще. Еще. Хорошо. Выпучили глаза. Выпучили. 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 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. И еще. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. И давайте просто похлопаем глазами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мы можем поставить пяточки ладоней на брови, миллиметр в сторону и наверх, и похлопать. 20 еще. 30, 60 раз делаем. 40, язык на небе, дышим ровно, спокойно. 50. 60. Хорошо. Нос поставили у крыльев носа. И сходим. Соединяем. Соединяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще. 20. Еще. Отлично. По барабанке. Переносится. Подкидываем. 10, 20, 30, последние 10, 40. Хорошо. Давайте со скуловыми поработаем. Делаем красивую буковку О. О. Можем поставить пальцы на область носогубок и слегка потянуть к центру. То есть О. И делаем хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Если у кого получается без звуков, делаем, пожалуйста, без звуков. Можно пальцами не фиксировать. Делаем в быстром темпе 30 раз. И потом также в медленном темпе сделаем. Теперь. Подняли, держим. 5, 4, 3, 2, 1. И отпускаем. Раз, два, три. Еще два раза. Держим. Еще раз. Последний. Хорошо. Губы поставили. Колечко и тянем. Раз, два, три, четыре, пять. У кого сильно проявлены носогубки, вы можете поставить на носогубки и вот так делать. 10 еще. Тянемся хоботочком, тянемся. 20 еще. 30. 40. Хорошо. Взяли себя за кончик носа, оттянули. И вот здесь у основания потерли. Не по коже, а поставили и прям хорошо, хорошо, хорошо растерли. Отлично. Щечные мышцы. Давайте надуваем шарик и сдуваем. Нехотя губы у нас сжимаются и не хотят выпускать воздух. Мы делаем такое движение. Поехали. Проследите за осанкой. Внутренним взглядом прошли.
Еще 10. Хорошо, снимем напряжение с губ. Жевательные, височные проработаем. Открываем рот, закрываем на сопротивление. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Открываем на сопротивление. Раз, два, три, четыре ладони положите на сустав и как бы контролируем, чтобы наша челюсть ходила не в разные стороны, а строго по вертикальной траектории. Еще. Еще, еще. Ну что, осталось у нас язык. Давайте сделаем часики. Тянемся языком максимально высоко, далеко, по 3 раза на каждый час. Поехали. 12. Час. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12. И поехали в обратную сторону. 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. А теперь мы сделаем круги. Давайте 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую сторону. Толкаем сильным языком, проталкиваем прямо и сделаем как раз такой массаж у нас изнутри пойдет. И в другую сторону. Хорошо. Можно теперь вывалить немножечко язык. Прям максимально. И пусть он ляжет, расслабится. Собаку уже не видит, что соскучилась по мне. Следите, чтобы он у вас лежал широкий такой, широкой лопатой и не тремерил. То есть он спокойно лежит, не трясется. Посмотрите на уши собаки. Я делаю так, у него уши назад лезут. Ладно, все, не буду мучить вас и собаку. Мы заканчиваем. Давайте просто себя немного прохлопаем.
губы, лоб. Здесь я поняла. Растяжи ладони. Успокоили. Поблагодарили себя за тренировку. Хорошего вам дня.